Захоронение правителя эпохи Саков обнаружено в Тургайской степи. Памятник эпохи Саков расположен близ поселка Жанакала Аркалыкского района Кустанайской области. По словам археологов, погребение эпохи раннего железа оказалось ограбленным. Тем не менее, были найдены ценные артефакты. Подробнее в нашем следующем материале. Тургайский край – один из неполностью изученных археологических ареалов. Раскопки здесь начали проводить лишь в последние годы. Как оказалось, не безуспешно. Недавно здесь обнаружили захоронение древнего правителя сакской эпохи. О том, что погребение принадлежит человеку высокого социального статуса, говорит его величина. Диаметр захоронения 32, а высота 3 метра. Такую каменную конструкцию погребения археологи называют довольно редким случаем. Человека хоронили в глубокую яму, а завершал могильник высокий купол. Такого вида погребения пока что не встречалось в археологии. По крайней мере, в захоронениях центрального Казахстана. В окрестностях кургана найдены 152 стрелы, древние кинжалы, обломки кирпичей. Все артефакты будут тщательно исследованы и переданы в музей. В раскопках принимают участие и представители научно-исследовательского центра Дешты Кыпчак. Мы совершили экспедицию по следам предков. Она продолжится в следующем году. Наши предки оставили свои следы в истории и культуре около 40-50 государств. Но, конечно, самые крупные следы мы видим на территории Казахстана. В прошлом году при поддержке центра Дешты Кыпчак проводились работы по исследованию двух курганов эпохи сарматов. В этом году археологи работают в окрестностях Аркалыка. Археологические раскопки в Тургайской степи на этом не остановятся. Великая степь хранит еще много тайн, говорят археологи. Гульнара Хасан, Нушапагат Несибаев, Жан Сыздыков, Хабар 24, Костанайская область.